Здравствуйте, друзья! Путеводитель по мастер-классам на моем канале сегодня посвящен суккулентам. Необычное кудрявое чудо – трахеандра. Мастер-класс подойдет даже для начинающих в этом виде творчества. Получается миниатюра высотой не более 10 см. Кактус опунция привлекателен своей необычной формой стеблей, которые похожи на ушки. В Мексике опунция изображена на национальном гербе. Яркие цветы на этом кактусе – моя фантазия, их можно сплести в любом цвете. Щучий хвост – такой простой, но в то же время уникальный цветок. Его можно встретить и в школах, офисах, дома. Длинные листья пестрой окраски я сплела маленькими, дополнив свою коллекцию миниатюр. Надеюсь, видео оказалось вам интересным. Ссылки на мастер-классы вы найдете в описании и закрепленном комментарии. До встречи! Пока-пока!